А вам приходило приглашение? Вы будете искать участок? Проголосовать. А здесь мой участок, где я должен искать его? Не знаете? А указание чего у вас? Все закрыты? Да. Так что можно не искать? Да. Нет, потому что у меня дочка говорит, ей на сайте сообщили, что... Ну, она живет в другом месте, в университет, какой-то там корпус. Черта 46. Ну, не знаю, вот то, что мы знаем, везде закрыто. По закону только на своих участках. Ну, участок здесь-то закрыт. Если участок закрыт, значит, мы не можем. Если вы до 19 мая не выписали со своего участка, чтобы записаться где-то на другом участке, значит, вы не можете проголосовать. Если участок закрыт, вы не можете проголосовать. Такой закон. И они его не изменили. То есть создали все условия, чтобы мы не проголосовали? Да. Все ясно. Спасибо. Извините, пожалуйста, за баян. Хотела голосовать. И что? Невозможно. Невозможно. И что вы думаете об этом? Ну, что я могу сказать об этом? Печально, грустно, страшно, обидно, ужасно. Что можно об этом сказать? Когда вы шли, вы думали о том, что есть возможность каких-то непредвиденных обстоятельств? Вам было страшно сюда идти, либо вы не боялись? Ну... Страшно, немножко страшно, но просто как-то у нас так более-менее тихо здесь в Донецке, пока что, во всяком случае. Ну, вообще страшно, конечно. Ну, наша Донецкая республика, которая заявила в своем обращении гражданам, что она действует исключительно в правовом поле, вот почему-то приняла такое решение лишить остальных граждан, которые не разделяют. Вы будете искать комиссию? Я знаю, что, наверное, это не получится, к сожалению.